Добрый день, друзья! Теперь мы находимся на концерте группы очень страшной, которая прилетела к нам из ада, из самого Оклахома-Сити. И сейчас они здесь режут и убивают. На самом деле сейчас играет группа Cannibal Corpse. Сейчас мы с вами будем лезть в самое пекло ада. Это будет слэм, самый страшный в мире, в моей и в вашей жизни. Потому что я алкаш. Каннибалс! В России, блядь! Каннибал Корпс Форевер! Очень прикольно! Это добро! Это очень добрый концерт! Здесь очень классные люди! Потому что я алкаш! Я думаю, у них будет заворот кишок, ну как минимум, и понос дикий с утра! Привет, Дмитрий Антао! Ты постоянно пытаешься сохранить вот эти концерты! Ты думаешь, что это пропаганда насилия и зла? Но мы тебе хотим ответить, что на самом деле все это позитивное. То посмотри, как радуются люди. Они выплескивают всю свою негативную энергию именно здесь. Так что... Отправляйся в ад! Короче, обращаюсь ко всем этим ебучим, блядь, саварпланным уебанам, нахуй. Идите вы всем нахуй, блядь, пидоры, блядь. Уважайте, блядь, чужую культуру, нахуй. Мы вашу не трогаем, блядь. Люди, они просто отдыхают и телом, и душой. И здесь, на самом деле, настоящий Божий рай. И сам Иисус Христос благословляет все, что здесь происходит.